ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Еще. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Прикрывай спину. Я что-то вижу, наверху. Наверх.
находка. Только мосты. Может, эта штука нас поднимет? Синяя дверь! Мы у цели! Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Пошли, найдем другой путь. Это снова гном. Синдри? Эй, Синдри, мы нашли кое-что. Правда? Обожаю всякое кое-что. Сюда. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Не ходи, где попало. С тех пор, как ушли все люди, никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Сегодня я художник. Отличная вещь! Я плохого не посоветую. Стесняюсь вас просить. Носите аккуратнее. Носи на здоровье. Это великолепно. Не посоветую. Великолепно!
Я-то плохого не посоветую. Снять попросите. Носите аккуратнее. Я хотел еще кое-что тебе сказать. Это, конечно, не мое дело, но я бы на твоем месте смыл этот символ Шей. Нам сказали, что это нас защитит. Это была ложь? О, нет. Защита, конечно, вполне надежная. Да, но чтоб ты знал, этот пигмент всегда разводится кабаньей мочой. Как считаешь, это лучше, чем погибнуть? Ну, получше. Ну, шея твоя. Синдри, ты всегда был такой... Чистюля? Ха, если бы. Нет, я был таким же неряхой, как любой гном. Пока однажды мудрая ванская колдунья не открыла мне глаза. С помощью магии она выяснила, что вокруг нас полно крошечных созданий. Ах, таких маленьких, что их и не увидишь. Да ну! Это правда. И если они попадут к тебе внутрь, ты заболеешь. Но колдунья сказала, что есть одно дерево, дух. Оно является естественной защитой, не дает мелким созданиям размножаться. И теперь все рукоятки я делаю из дуба. Я все предусмотрел. Ну, за работу. А почему Брок синий, а ты нет? Сын. О, это весьма хороший вопрос. Видишь ли, мой брат не такой осторожный, как я. Он предпочитает работать с металлами с голым... С голыми руками. Без перчаток. Говорит, иначе у него ощущения не те. Контакт с активным серебром необратимо меняет цвет кожи. То есть навсегда. Но стоит с ним это обсуждать. Он иногда такой ранимый. Неудивительно. Синдри, может, помиришься, наконец, с братом? Я? Помирюсь? Но он же упрямый болван и не думает меняться. Он говорит про меня ужасные вещи и стыдится собственных творений, которые, кстати, и правда так себе. Он винит меня в том, в чем я не виноват. А? Например? Прошу прощения. Мне нужно успокоиться. О, что вас привело, друзья? Если ты не спешишь...
Мы внутри. Научись действовать наверняка. А на чем они растут? Ого! Вот это впечатляет! Читай. От тьмы береги свет. Как-то плохо они его берегли. Ugh.
Отец, это интересно. Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Ну для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Свет уже рядом. Ищи, где войти. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Пути восстанавливаются. Ищем свет где-нибудь еще. Нет, погоди минутку.
кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Бифростом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Ответ! Тихо! Я держу! Где твой нож? Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Фу, оно липкое. Гипнадуна! Еще один! Назад! Цель уже близка, но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. Прыгай! Ага. Берегись! Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Чанга! На путь! Ладно! Выпускай стрелы быстрее! Как же меткость важнее скорости! Тут много целей, не промахнешься! В узком пространстве толпа сама себе мешает! Это парень, скорее!
Ты ранен? Нет, нет. Ого, красота. Свет восстановил весь храм. Он тут основа всего. Погоди, он поет. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я хочу... Здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит. Не учит меня ничему. Лучше бы это он умер. Слышишь? Он, а не ты. Но я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь.
ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... мгновений. Нет! Ты ушел туда очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Да. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Мальчик, твой лук. Давай-ка. По моей команде выпусти стрелу в камень. Теперь можно возвращаться. Идем. Лестница завалена. Не пробьет то, чем покрыт камень. Закрыт. Уж не знаю, чего ты от меня ждешь. Стрелять и дальше, но ничего не выйдет, пока ты не уберешь это с камня. Атрей. Молчу.
Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх.
тоже не пройти. Пусти, Батанина! Пойди сюда. Будешь везде его носить? Может быть. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? И куда же мы теперь пойдем?